так по-прежнему стоит такой. Что-то им окно заложили, лишнее оказалось, непонятно, зачем заложили. Лестницы уцелели. Кухня. Понятно. В общем, центр делают. Как написано, исторический центр. Дай бог, что мы попали в исторический центр. И нам это все сделали. Ну все, пошел вверх. Окончание строительства под вопросом. Всю ту сторону заборами покрыли, а к этой не все. Тут вопросы. Ты такая, словно все песни про тебя. А с той стороны жизнь. Мариупольское лето, 23-й год. Есть собственники. Движение есть. Здесь есть даже конец строительства. Вот тут детишек будет лето. Это лето.
Ну, стопудово лучше, чем то 22-го года. О, Куин же вернулся. Починили. Так, это походу мой. Сегодня настарался, напек. Это уже знакомая вещь. Вот эту надо попробовать. Там внутри семечки, ну хлеб, понятное дело. Сегодня много заказчиков, кому нужно хлеб раздать. За светофор надо. Да, здесь светофор давно нужен. Но он был, конечно, до войны. Перед войной поставили. В неделю парочку аварий точно здесь случается. Ну, наверное, рядом. Ну, наверное, и здесь закатают одновременно. Вот той дорогой продолжаю штукатурку оббивать, и по-моему они еще не достроили. Сейчас посмотрим забор больничного двора. О, здесь уже вовсю. Мне нравятся ограничители эти, слабоалкогольные, что ли. Нет, есть и просто вода. Да. Скоро здесь будет широченная. Непонятно для чего дорога такая. Чтобы машины ездили, разъезжались. Больничные. Жалко ежиков. Ну, муравьи, которых я снимал, надеюсь, найдут себе место в этой новой реалии. А вот ежики, не знаю. Опять я прогуливаюсь мимо церкви. Я только сегодня вышел ролик. Это суббота. Какое? 1-е число, да? А тут уже он по-новому свои изменения. Вот забор доделывает. И вот эту траншею вырыли. Вот это настил под дорогу. Сейчас туда зайду. Посмотрю, что там.
Здесь тоже будет дорога. Ну, может быть, тротуар широкий, да нет, скорее всего, дорога. И, к сожалению, вот эти деревья не вписались. Вот по этой синей пройдутся. И пойдет дальше ковшик экскаватора. Только сегодня мне писали в комментариях по поводу, как хорошо здесь было раньше гулять. Ну, наверное, когда сделаю, тоже будет неплохо. Но пока что здесь стройка. К Новому году обещают построить. Ну, я случайно оказался. Внутрь заходить не буду. Конечно. Размах. Ну что, будем смотреть чуть позже. Так, вот и хлебушек. Осталось дождаться, когда он остынет. Едем чуть-чуть покупаться. Тут все делается. Какой, наверное, второй или третий раз уже едем, снимаем. Я не все никак не выложу. Все некогда обрабатывать это все. В прошлый раз были, они уже стояли, и бордюры уже делали во всем. И верхний шар асфальта сняли. Ну да, народу приехало покупаться. Славненько. Но с камерой не получится. Гоняете, завидуете мне много. Ой, от жары бомбучит. Наверное, родину вспомнили. И так бывает.